очередной влог. Прошлый вам понравился. Были хорошие отзывы, поэтому я решил делать для вас иногда такие обзорчики. У нас жара. Сегодня 14 сентября. И мы едем в Тампу. Жена с тещей уже уехала, партнер с семьей тоже, а за мной заедет друг Макс. Макс муж Аллы, Аллу вы уже знаете. Моя ученица, видели ее по роликам. Она также ведет на Инстаграме успешный блог. Не снимает всякую фигню, как я, в Инстаграм, а делает полезные посты о питании, о тренинге. Я иду, выйду из комьюнити своего, чтобы они меня не ждали. Хотя на самом деле они опоздали уже на целый час. И мы едем на концерт Scorpions. 1,5-2 часа где-то ехать. Так что вот такой сегодня денек интересный. Вышел на дорогу, жду Аллу с Максом. Вот видел их машину, они проехали, пропустили поворот. Так что сейчас они должны подъехать, будут вот оттуда. Поэтому я выйду сюда на дорожку их встретить. Макс купил себе тачку новую. Lexus тоже. Ему понравился Lexus. Покатался на моем. Поездил на разных машинках. Я, в принципе, тоже предпочитаю Лексусы. Это комфортные, не ломающиеся практически никогда автомобили. И соотношение цена, качество, комфорт, ну и престиж, наверное, все-таки одни из лучших. Какие у вас любимые автомобили, пишите в комментариях. У большинства, естественно, банально это BMW, Mercedes. Будете писать, какой у вас любимый автомобиль, не забудьте написать, почему вам нравится именно такой автомобиль, почему именно та или иная модель. А вот и наши красавчики. Опаньки. Здорово. Привет, я думал, меня посадят вперед. Хочешь, здорово. Ну, тебе удобно здесь будет? Да, мне-то да. Мы просто будем снимать всякие влоги с Максом. Не прямой эфир, не переживай. Ой, там только кто снимает. Привет. Привет. Я буду наливать тебя. А ничего страшного. Не страшно, не страшно, они не мешают. Так, поддержите, пожалуйста, я пристегнусь. Знакомьтесь, друзья, это вот мой друг Макс. Здорово, я его друг Макс. По совместительству муж Аллы. Нет, я Аллу. По совместительству твой друг. Раскрыли секрет, я Максе, между прочим, не показывала еще нигде. Да, но и я тоже почему никогда не показывал Макса. И почему сейчас его показываю. Да, что вы хотели? Я хотел карту включить, но уже надо куда-то ехать. А я хотела напиток свой, можно? А, пожалуйста. В общем, ситуация такая. Вы давно уже меня просите, а выруби музыку пока, чтобы потом меня не заблокировали. Просите, чтобы я просушился, прорефился. Но как-то я что-то не находил себе. Ну ты делай свое дело. Не находил. Можно, да? Да, я повода, что ли, не знаю, мотивации. И тут Макс предложил мне зарубу. Говорит, да я легко
за два месяца просушусь лучше, чем ты. Алла там тоже смеется, наверное. В общем, ситуация такая. Как мы решили все это делать? И вы будете это видеть. Мы будем раз в неделю снимать видеоролики. Мы замеряем теперешнее состояние наших заплывших тушек. Сколько у нас процент жира. И через два месяца мы сделаем повторное замеряем. Кто... Повторный замер наших заплывших тушек. Да. Кто больше жира наберет за эти два месяца, тот и выиграл. Кто будет менее тушка. Да, ну на самом деле понятно, да, кто сбросит больше жира, тот как бы и победил. Приз. Какой приз у него? А вот да, мы тоже с ним ломаем головы над призом пока. Сейчас у нас будет два часа подумать. О, давайте, кто проиграет, тот покупает нам мне, с Юлей. Мне Lexus. Не-не-не, покупает нам с Юлей то, что мы закажем. Мы подумаем по какой-нибудь там сумочке Chanel или что-нибудь. Только двоим женам. Тот, кто проиграет, двоим женам покупает подарки. Ну, круто. Очень интересно, скажи. Но это очень интересно, это меня еще больше мотивирует прям вообще начать уже прям сейчас зашить. А мы же закажем, как вы понимаете, что-то недешевое. Ну да, что-то недешевое. И будет интересно, Макс еще предложил такой вариант, чтобы мы раз в неделю ездили друг к другу в залы. И, к примеру, когда Макс будет приезжать ко мне, мы будем выполнять ту программу, которую, к примеру, придумаю я. А, естественно, когда я буду приезжать к Максу... Программу, которую придумаю я. На самом деле, дорогие случайные телезрители, на самом деле все не так. У нас будут челленджи каждую неделю. И каждую неделю, там, например, если это моя неделя, я придумаю челлендж, что мы должны сделать. Если это будет Егора неделя, он будет придумывать, что мы должны сделать. Это не так, что мы пришли, позанимались по программе Егора. Нет, это все фигня. Нужно будет пройти это. У нас будет батл жесткий. Мы будем выбирать какую-то сферу. Например, скакал. И там рубиться. И кто жестко. Это не, до конца не сделал программу, он не уходит пока из зала. Да, я понимаю, что Егорка будет придумывать свои там силовые штуки, всякие поднимашки, приседашки. Я понимаю, что, скорее всего, в этих дисциплинах я побежду с маленьким отрывом. Ну, когда в моих я буду побеждать с крупным. Когда он ко мне приедет, ему задница. Уничтожу. Макс, кстати, в баскетбол играет. У тебя какой рост, Макс? У меня 1.97 м. 1.97 м, чтобы вы представляли, да? Как мне будет приятно победить такую здоровую машину. Кстати, узнал тут случайно, что мне жена на день рождения приготовила. А у меня вот уже 29 сентября будет нюха. И... сообщаешь, чтобы не забыли поздравить. Да, да, конечно, там, если что, присылайте деньги в конвертах. В общем, скоро я стану счастливым обладателем iPhone 10X. Как он? M? Большой? S. XS, да, точно. Я даже подсмотрел, 1550 рублей не пожалела моя любимая. Рублей? Ой, вау. Долларов. Ну это я, рублей это, конечно, жестко. Вот это не пожалела. Даже не китайский, наверное. Не, а как я мог так оговориться в рублях? Вообще жесть. Ну ладно, в общем, вот такие у нас новости. У вас какие новости, кроме того, что вы вот тачку себе купили, Lexus? Мы едем на Scorpions. Вообще-то дача. Scorpions! Да, но на я об легенду. Этом сказал уже чуть-чуть раньше. Ну ты же не говорил, да. Ясно. Так что, друзья, ждите включений. И не забывайте писать в комментариях, что вы хотите еще, чтобы мы с Аллой совместно сняли для вас. Не забывайте заходить к Алле на Инстаграм. Нутрика Бади. Да, подписывайтесь на мою страничку, ставьте мне лайки. Да, да. Такое. И у Аллы Инстаграм интереснее моего в том плане, что она не снимает всякую хрень, как я в Инстаграме, жопы. Макс отписался от меня. Вот мужик, я выкладываю красивые женские пупки, отписался. Слушай, вот он, смотри. Слушай, ну у меня из-за этого постоянно были проблемы в семье, но мне надо. А, вот этого я не знал. Этого тоже не знал. Тоже не знал. Леброн бил, что ли?
А у Аллы посты все полезные о питании, о тренировках. Так что... На умнике. Да. У нее просто хороший был недавно вот очень тренер персональный. Так что пишите в комментариях темы, которые вы хотите обсудить. И, кстати, если у вас есть варианты заруб какие-нибудь, чтобы я вот этого вот здорового мужика победил хотя бы иногда, то в комментариях пишите. Въехали в Тампу через полтора часа, еще нам 15 минут, сейчас заедем, заправимся, но не в машину, а в себя что-нибудь, и двинем на концерт. Я думаю, как всегда, все равно вовремя никто не начинает. Зацените небо, я нигде не видел такое шикарное небо, только в мультсериале «Симпсоны». Егор, а можно вопрос? Конечно, подожди, я переключу камеру только. Я как случайный прохожий проходил мимо, и у меня возник такой вопрос. Егор, а что вы рекомендуете бухать своим подписчикам? Воду с лимоном. Вот такое. Спасибо за совет, Егор. Не, ну ты же знаешь, что я против алкоголя. Ну так а пьешь что? Пью? Я тоже против алкоголя. Иногда пью то, что наливают. Я же никого как бы не заставляю, я только рекомендую придерживаться трезвости. Ал, ты что скажешь вот по поводу алкоголя? Я за. За то, чтобы не бухать? Наливайте. Нет, я за то, чтобы не бухать однозначно, но выпивать иногда для настроения можно. Если человек хочет, да? Да, для девочек это... Я даже пост писала на эту тему. Есть доза, которая считается относительно безопасной. То есть все, что выше этой дозы, это отрава. Так вот, это безопасная доза, если переводить, это 40 мл чистого спирта, если я правильно помню. Если переводить это в то, что мы пьем, это либо 2 бокала сухого вина, стандартный бокал, по-моему, 150 грамм, либо это 2 рюмки крепкого алкоголя, лучше всего водку, она самая чистая. То есть, например, мой любимый коктейль – это водка, клаб-сода, как говорят в Америке, в России, в Украине – это просто газированная вода, не сладкая, и лимончик. Сразу и алкоголь, и снимается эффект дегидрации водой. И, в принципе, после 2 таких коктейлей с утра не ощущается совершенно. Но, опять же, это не значит, что их каждый день пить надо. Не злоупотребляйте, да. Да, это по случаю, как бы уж если пить, то что-то вот такое. Девушка должна помнить основное правило. Пьяная женщина пьет не хозяйка. Поэтому нужно быть очень аккуратным, особенно если вы молодая. Берегите себя. Да, Макс. Я вообще против крайности на самом деле. Ты что пьешь? Будьте хозяйками. Ты что пьешь? Я пью. Ну, в основном водку. А как ты собрался худеть, если ты будешь употреблять алкоголь? Или мы не будем употреблять алкоголь? А это мой секретик. Ну, ты будешь делиться? Люди же будут просить там, ну, когда увидят, как ты прорефился. Я что, блогер или что? Не, пусть, ну, я ж тебя буду. Пусть всякие нет, блогеры делятся. Спортсмены не пьют, конечно, это совершенно другое, когда серьезная диета, серьезные ограничения, там уже вообще никакого алкоголя. Я сейчас говорила профессиональные, не о сушке, профессиональные я сейчас говорила... бодибилдеры, кстати, на сушке пьют для крови сухое вино. Ну, там 50 миллилитров. Да, чуть-чуть. Там. Кто пьет, кто не пьет, это тоже все. Ну, естественно, спорно, не все. Спорно, не доказано, да. Я говорила просто о людях, которые ведут нормальный, здоровый образ жизни, позволяют себе расслабиться и мозгам в том числе. Или не напрягайтесь просто лучше. Да нет, нет в нашем мире таких людей, которые не напрягаются. Ты таких знаешь, я нет.
Ну, я стараюсь не напрягаться. Наверное, я напрягаюсь, когда я не хочу пить, а меня начинают: ты что, меня не уважаешь? Заказываешь стакан воды с лимоном. Заказываешь стакан воды с лимоном. Говоришь, ребята, все нормально, у меня там водка. Это водка, да. Работает, я пару раз так делала. Кстати, да, вы можете не говорить, что вы не пьете. А все знают, что я, если пью, то водку содовая. Никто не сомневается. Иногда у меня просто содовая, никто не знает, что там водки нет. Что вы ждете от концерта, на который мы едем? Кстати, кто не помнит, мы едем на Scorpions. Ух ты, точно? Но мы еще трезвые все и голодные. Да, я тут вообще голодную истерику закатила, потому что они меня хотели кормить чем-то там на концерте. Фастфудом. Фастфудом, да, говорят, давай у тебя читмил сегодня будет. У меня не планировался. Мне читмило только по плану, по расписанию. А мы... Я зануда. С Максом решили почитмилить сегодня. Возможно. Потому что мы снижаем процент подкожного жира, да? Ну правильно, сначала надо сделать загрузку, знаете, да, чтобы организм расслабился, ему стало комфортно и хорошо, а потом он начнет отдавать. Мы хотим просто перед контрольным замером набрать побольше жира, чтобы потом... Не мы хотим, чтобы наш... это... соперник, скажем так, набрал побольше жира. Я хочу, чтобы Макс побольше набрал. Поэтому вы Макс, сейчас едите по одинаковому бургеру, да? Ну, не знаю, будем следить, наверное, кто что ест. Так, ну где обещанные 150 тысяч мест? Вкусно, Макс? Только Алла вот у нас правильно питается. Да, причем хлебушек я не подаю. Салатик, креветочки. Закончился концерт, выехали, вот пытаемся выехать, точнее, с парковки. Не ожидал я, что настолько мощно могут. Я думал, какой-нибудь там лав-рок. Мощная перхоть. Очень мощно. Оказывается, барабанщик вообще был с Motorhead. Лобали просто. Это самое лучшее. Очень круто. И он такой прям, наверное, по-моему, самый заводной был у них там. Так что не зря съездили в Тампу. Всем понравилось. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Fuck Fitness». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого и дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.